если мы встаем близко, то, в принципе, это действительно вот, видна техника, расплывчатая акварель, да, нет конкретики даже. Отходя, мы уже видим очертания города, здания, лодочки. Картины Лимы Букиной – это иллюзия. Чтобы увидеть их неповторимость, нужен взгляд знатока. Работы написаны в сложной технике акварель по сырому. Челнинская художница – одна из немногих, кто освоила ее. Я счастлива от того, что купаюсь вот в этой технике, наслаждаюсь и пишу, скажем, сразу. То есть я ее освоила, я обуздала, как, скажем, такую гневную лошадь, наверное. Лима Букина – аскет в творчестве. Художница ограничивает себя во всем. На одну работу тратит 1,5 часа, пользуется одной кистью номер 10. В ее палитре не больше 14 красок. Она предпочитает смешивать цвета и никогда не менять воду. Ее картины прекрасны своей сиюминутностью. К этому, наверное, не только идут, чтобы быть таким акварелистом. Это, наверное, нужно иметь в душе. Она, скорее всего, сама такая красивая, нежная, поэтому и акварели у нее, вот можно просто ходить, восторгаться, удивляться, они такие прозрачные, чистые, сочные. Все работы художницы солнечные, она рисует только в ясную погоду, отдает предпочтение маленьким улочкам, садикам и сказочным домикам. А в ее картинах можно увидеть неизвестную греческую идиллию и контрасты или сицилийский апельсиновый сад. На выставке теряется чувство времени и пространства. Больше всего мне нравятся пейзажи. Ну, я их сама тоже больше всего люблю рисовать. И мне больше всего понравилась Венеция. Вот любуешься так и как будто сам вот там вот очутился. Очень красиво. Плюшевый медведь, немецкая кукла, шоколадные конфеты и фотография девочки. Это картина воспоминания для художницы. Воспоминания о детстве дочери. Называется «Как сон». Как сон, потому что мы все вспоминаем детство своих детей, маленьких наших детей, как сон. Это время пролетает. Когда у нас есть маленькие дети, надо наслаждаться, чтобы потом не говорить, как во сне вспоминаю. Лима Букина обещала приехать в Альметьевск еще. 14 февраля она даст в картинной галерее мастер-класс. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевск ТВ.